Можно на А поймать народ. Либо на С. Блять, ну ты гений просто. Ты просто гений, чувак. Его резает первого, чтобы он ехал. Он начинает разворачиваться и ехать в противоположную сторону. Аплодисменты этому джентльмену. Просто аплодисменты. Его специально под направление резало на легком танке. Он мог просто первый приехать и настрелять в борт. Допустим, даже отсюда с прострелом дать какие-то киллы. Но сейчас он развернулся и поехал вот сюда. И приедет последний. Вот смотри, вот эти два типа, вот эти два, чекайте. Просто смотрите, как скоро их отпиздят. Я думаю, они его до сюда доедут, и им уже Габелла придет. Смотрим. Они вообще поехали куда-то. По дороге еще. БМП. Народ есть на подъеме. Ну, он внизу есть, но надо его пропускать. Спасибо, Фиме. Надо его пропускать как-то. И как я его на него прыгну? Вот смотри, он с правой стороны сейчас выходит на меня. По звуку это какой-то леопард. Но он стоит где-то тут вот. Ладно. Поехали. Мао Сятина. Привет, танкисты. Два Мауса было. Одного я разведывал. А второго убили, получается. Но вот тут уже более-менее. Ну, привет, Денис. А чё, видос биржи 2 удалил? Это, ну, у меня сгорел там. Это не видос, стрим был. Ну, это для кого-нибудь работа. В упоре танк. Тяж какой-то. Какой-то тяж. Ну не тяж, но... Но мне лучше, наверное, не бычить, да? Спасибо, Павел, за подписку, спасибо. Фиме? Фами, извини, я что-то это... Поплыл уже, видимо. Thank you.
Я второй. Так, братан, подожди. Мы с тобой еще не закончили. Ты далеко не уходи, куда ты побежал-то, друг? Капец. Кое-как пробил его. Бля, разогнался, дружок-пирожок. Ты чё творит-то? Бля, видали, да? Мастер. Отлично, отлично. Помощь уничтожения противного. Это стерву добили? А до этого такого я разведал. Минус 7. Народа уже нет. Где-то на самолете летает, видимо. За разведку, может, очков еще накинут. За разведку мало дают. Плюс 150. Сильвера немножко. Но неплохо. Ворвался удачно. Поймал типов, которые стоят. Неплохо, неплохо. Можно было лучше, но... такое себе. 7 киллов. Там он типок 11 сделал. А эти два дружка-пирожка, наверное, очень быстро слились. Я что-то не заметил. Жижи. Да-да. Ну это лучше, чем на предыдущей карте. Тут хотя бы, видишь, против немцев кинуло. И слабые машины по бронированию. Их легко убивать. А вот когда я попал против советов, они на этих 54-ках, их в борт запаришься убивать. Вот я 48-го сколько убивал от этого. Ну у него корпус от 48-го, у этого 95-го. Это жестко. Капец, взяли и изнасиловали Остен, да. Когда пали коршуны. О-о-о! Утро доброе! Привет! Как мне повезло! Благослови на протрезветь без паргать плюс.